Приветище! Это Poppy Playtime, Poppy, получи по жопе, и мы продолжаем. Много было комментариев о том, чтобы я сделал третью часть, ну так давай сделаем, чтобы нет. Короче, в прошлый раз, я же еще спрашивал, будет ли продолжение или нет, или то, что меня сожрали, и я оказался в кишках этого чудилы мохнатого. Это финиш, мне сказали, не, нифига не финиш. Приветище! Это Poppy, получи по жопе, и мы продолжаем. Бежать от этого лохматого... приятного другана, давай выходи, вот он мой дружочек, миленький такой, губасенький, с накрашенными губками. Так, нужно от него убежать. Говорят, что тут открылись двери, вот куда я и хотел изначально. Мы бежим, ой, темно-то как. Мы бежим, 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 он где-то там сзади. Пофиг на него. Пофиг, я уверен, я просто... О, здорово, он куда-то сюда повернул. Ты сейчас вылезешь здесь, нет? Кстати, помимо этого, я также еще видел эту рожу еще в предыдущих сериях тоже, когда на записи смотрел. Ой, где? Ой, ты сюда, мне, значит, вот сюда. Да твою ж, налево, опять в кишки к нему залетел. Так, вот ты где. Значит, мне сюда. Ты меня не должен догнать, Я буду бежать задом, специально что-то смотреть. Он близок уже, очень близок. Так, о, я мог вон туда спуститься. Прикольно. Прохождение игры задом. Кто-нибудь такое делал вообще хоть раз? Ой, куда это я? А, вот мне вот сюда. Так, здесь забито. Все, я снова задом бегу. Это, знаешь, как спуститься с горки задницей. Что-то какие-то рисунки там. Вообще наплевать, что спереди нарисовано. И есть ли там вообще что-нибудь. Так, что, все кончилось? Меня сейчас сожрут. Блин. Да, это была не очень классная идея. Ну, что поделать. Все, мне дали разряд, я очнулся. Давай попытаемся еще разочек. Дубль 2. Лови десятюню. А может быть мы по лестнице наверх поднимемся? А, здесь заперто. Понял. Окей, двери там тоже заперлись. Нам как бы никуда. Можем вокруг. А давай вокруг побегаем с тобой, а? Вот так вот. Как долго ты будешь за мной бегать? Смотри, как он голову повернул. Ой, ты в другую сторону. Ну ладно, думаешь, ты меня так догонишь? Че, все? Ты сломал себе голову, как же меня поймать? Тогда не получается. Черт подери. А я тут еще кнопку могу нажать. Вот так вот. Ладно, все, я побежал. А ты за мной тоже побежишь сюда, да? Залезешь прям сюда? А, двери закрылись. Хм. Понятно тогда, почему мы его видели здесь. Он через другую шахту залез. Все, он сейчас здесь тоже вылезет. Привет. Но странно, куда он полез. Я думал, что он сюда полез, но он внизу где-то под нами. Так, нам сюда. Ладно, в этот раз я передком побегу. Задом не буду рисковать. Наверное, сюда. Вниз можно упасть. А если я вот... Нет. Тут заперто. Здесь тоже заперто. Стрелочки написано, что типа, если ты вперед побежишь, то ты умрешь. Так, может сюда? О, точно. Написано данжер. Везде. Стоп. Данжер. Сюда, не подняться сюда. Ты там близко вообще? А, нет, далеко еще. Вообще на расслабоне. О, можно сюда, смотри-ка. А ты сюда пролезешь? Он мимо прошел. Эй, чудило, я здесь. Туда обратно не запрыгнуть, блин. Ладно, пойдем посмотрим. Он слева или справа будет, как думаешь? Ни там, ни сям. О, свет горит. Ага, ты тут лезешь. А в смысле тут заперто? А, о, открыли. Главное не паниковать. Все на расслабоне надо делать, и все получится. Все раскрашено так, капец прям. Юху, вниз спускаемся. О, а он тоже сюда лезет? Заперто. Мне показалось, как будто он хочет выбить дверь. А, он это и делает. Да, он это и делает. Он выбит ее в итоге или нет? Чисто. Че так резко-то? Блин, опять все по-новому. О, экспириенс. 1006 экспириенса мне дали. Ну фу, попыточка нам был флей. Погнали. Пофлейстик, выходи. Выходи. А он нам такой говорит, не выйду. Меня мамка не выпускает. Пофлейстик не может выйти. Значит, все, двери тут запираются. Ага. Я сейчас буду все хорошенько разглядывать, не кипишовать сюда. На расслабоне, если я перепрыгну. А, там никак. Назад тоже никак, ты ползешь за нами. Надо все на чили, на расслабоне делать, вообще не пугаться. Так, теперь направо.
Если бы я там не залип, не смотрел, как он двери ломает, мы бы прошли 100%, я вот прям уверен, туда не подняться. Я даже останавливаюсь, смотри, все на чили. Останавливаюсь, рассматриваюсь. Вот можно сюда, туда я не поднимусь. Угу. А вот тут вот есть проход? Не, нету. Ладно. Теперь нам сюда. Двери закрылись. Я на самом деле больше боюсь не тебя, Пушистик, а вот эти двери. Потому что они могут меня распрессовать нафиг. И будет из меня тут железочка сделана и паштет какой-нибудь. Окей, мы почти... Это прыгать надо. Мы почти выбрались. Все, все, все. Давай, покеда. Двери запираются. О, ящик. Нифига себе. Давай стащим его. Вот он падает. Оу, мы вместе с тобой упали. О, как это жестко. Он... Это твоя кровь? Ох, смотри, летит, летит. Нифига себе, он сюда упал, потом туда, потом сюда, башкой. Кажется, я его замочил. Нет, Пуфистик, не может быть. Как так вышло? Я его убил. Черт, своего лучшего друга она замочила. А что это за место такое? Мак нарисован, ну, в смысле, цветок. Это же, по-моему, мак. Маки же так выглядят, нет? Синий конвейер, красный конвейер, желтый конвейер. А зеленый где? Был же еще зеленый. Так, ну ладно. Все, также на расслабоне, не кипишуем, идем куда-то, наверное, к маку, там вот проход есть. Мак-макушечка, наш заюшечка. О, кассета, давай ее поднимем. А где ее можно посмотреть, тут даже видика-то не было. Что там написано? Turn around, danger, типа все вокруг опасно. А вон, кстати, смотри, можно что-то посмотреть. Видак. Давай втыкаем кассету. На ней даже ничего не было написано. Покажите, что там. Чё? Блин, опять радио какое-то, болтовня. Ненавижу это. Вот показали бы лучше мультик какой-нибудь. Или фильм. Эх, вечный облом кайфа. Игрушки можно отсюда оторвать? Чё они тут висят? Их разукрасили, изуродовали. Ну как так вот? Ну разве так можно с игрушками? Go back. Типа, иди назад. Развернись. Не иди туда. Очень опасно. В любую сторону, только не в эту дверь. Но я хочу туда зайти. О. О, прикольно. Квартирка. Мы, кажется, в квартире. Мы вышли из завода. И это... Ну, это не очень, конечно, хорошо. Я хотел по заводу побродить. Странная какая-то квартира. Один коридор длиннющий. О, домик кукольный. Пуфики, 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 пуфики. А это похоже, знаешь, на загон какой-то. А, это просто, ну понятно, это перегородка обычная. А есть что почитать отдельное? А фонарик можно включить? Кассет здесь нету. Фонарика нет, кассет нет, в кукольный домик давай заглянем. Может, в шкаф? Нет. Как-то смотри, вот эта вот балка, она еще... Дверь? Теперь понятно, почему вот эта балка уходит в шкаф. Потому что там дверь. Домик. Выходи, кто там живет? Кто в домике живет? Выходи. О, с другой стороны можно посмотреть. А там никого нет, никто не живет. Ясно. Как все красно. А что все красно? Такие фонари странные. Подожди, ну там дверь. Сейчас я в ту дверь попробую все-таки зайти. Может, я шкаф отодвину, я же могу это сделать. Правильно? Нет, не могу, не хватается за шкаф. Странно очень. А так открыть... она оттуда открывается, изнутри. Во внутреннюю, то есть в мою сторону. Ясно. А, пойдем те двери открывать, чё уж. Вампирские какие-то саги начались. Ой, как тут прикольно. А чё ты тут одна делаешь? Тебе тут не скучно? Тойс, игрушки. Это ты там те маленькие игрушки изуродовала, изрисовала, а? Обои у тебя тут пооблазили. А ты давно тут сидишь? Мумифицированная кукла. Я сейчас в шкаф еще тоже загляну. Давай сзади обойдем, посмотрим, что там у тебя есть. Есть вообще что-нибудь? Я сейчас ее разобью и заберу, да? Давай откроем. Открывайся. Подальше отойти на всякий. Ой. Она глаза открыла. И свет полопался. Ты открыл мой кейс. Chapter 1.
Все, она сказала, ты открыл мой кейс. Ну, то есть мою коробку. Вот эту стеклянную фигню ты открыл, и она мне благодарна, она меня, наверное, обняла, расцеловала, и мы ушли с ней дружить. Ну, как бы, хороший конец, это же сказка, блин. Это приятный, добрый конец, и жили они долго и счастливо. Я, конечно, не знаю, я игрушка или нет, но, наверное, я ребенок, который жил долго и счастливо с куклой. Да, наверное, так. Ну, в комментариях писали, что это всего лишь первая глава, будет через год еще вторая. Кто-то говорит, что через полгода, кто-то говорит, что через месяц. Ну, короче, посмотрим. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк, подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых роликов. Увидимся и услышимся на них же. Так что до встречи.